девчонку оно. Посмотрел. Мне удобно с такой ручкой через плечо. Ваня, два вопроса. Знает он. Где мама? Где папа? И вот это. Где папа? Эрю повез Надю на музыку. Где папа? Повез. Ой, Настю на музыку. Где папа? Повез. Где мама? Пошла к доктору. Руку, ручку лечить. Где мама? Пошла к доктору. Ручку лечить. Где мама? Папа, пока. Мы же смотрели, но вы не смотрите в окно. Мы нет, не смотрим. Ну да. А мы смотрели. Я говорю, пойдем, пойдем быстренько посмотрим. Ну, на любую машину, папа. На любого мужика вдалеке, папа. Ну, однажды мужчина, он там далеко не Дида был, он Дида. А ваш подъезд, да? Нет, Дида, а ты не Дида был. Ну, в смысле, молодой, ну, уже средний. На Диду не тянет. Кафехи все пустые. Анастасийка, я пришла, что-то она... Я? Что у вас там? Я не выдала секрет или... Не выдала. Ой, темный дом. Ну что? Ну надо, Оксана пошла туда. Ну вот что ты за болтушка, говорю ты. Брат, говорю, вот язык твой враг. Объясняю, что такое. Он. А когда в кафе? Завтра? Я говорю, не знаю, вот когда поедем. А, вот в среду. Я же Оксане сказала, что вы за заслуги в этот. В конце мая, кстати, это вот. А. Да? Что? Нет? Сейчас за четверга, одну неделю. Нет, в конце мая какие-то билеты у нас. А, конечно, на 30 мая. Май. Белоснежка. И Семгунова. Балет опять. Но уже два акта. Да, 30 мая, я вам напомню.